Сейчас проходит у нас холодный фронтальный раздел, на котором у нас будут осадки. Некоторое понижение температуры, ночные температуры понизятся, будут в районе 2-7 градусов по Черноморскому побережью, в том числе и в Анапе. И осадки будут достаточно пасмурно. В третьей декаде ожидаем все-таки, что зайдет достаточно серьезный холодок на территорию края и, возможно, понижение температуры до нулевых, а даже, возможно, и небольших отрицательных значений, в том числе и в Анапе. В этот период, возможно, выпадение осадка в виде снега, но, к сожалению, долго он не продержится, там буквально 1-2 дня. А так температурный фон все-таки будет близок к климатической норме, и дневные температуры будут порядка 7-12 градусов, ночные температуры будут 2-7 где-то вот в этих пределах.